Транспортно-логистическую инфраструктуру развивают в Костанайской области. В следующем году там начнут строить сухой порт стоимостью 37 миллиардов тенге. Запуск современного комплекса позволит расширить транспортный поток и доставлять грузы от производителя к потребителю с минимальными расходами и в короткий срок. За последний год доля международных автоперевозок в регионе выросла на 30%. Чаще всего импортируют строительные материалы, автозапчасти и продукты питания. На экспорт вывозят транспортные средства, овощи, фрукты и товары народного потребления. По области функционируют 6 автомобильных пропусков. Начата разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и модернизацию автомобильного пункта пропуска Кайрак. Предусмотрено расширение проезжей части на подъездных пункту пропуска до 8 полос общей протяженностью 1,6 км, а также планируется увеличить площадь административного здания. Данные меры позволят увеличить пропускную способность, а также сократить время прохождения таможенного контроля.